Туристические объекты начали работать по приложению Ашык в Акмолинской области. То есть на курорт Бурабай, Зеренда и другие базы отдыха будут запускать гостей только после специальной проверки через мобильную программу. Специалисты отрасли отмечают, что данная мера важна для общей безопасности и предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На курорте Бурабай сегодня к приложению Ашык подключены около 50 объектов предпринимательства. К примеру, в этом отеле проект запущен совсем недавно. Люди приходят, заселяем, получается, по программе Ашык. Они тоже приходят, сканируются, показывают, что вышел синим цветом. Принимаем, заселяем, температуру обязательно меряем. И заселяем. Предпринимателям, внедрившим данную программу, предусмотрен ряд льгот. Например, заведения общественного питания могут работать до 2 часов ночи, а бассейны, сауны, развлекательные центры рядом с отелями имеют право принимать людей даже в выходные дни. А вот объекты, которые не участвуют в проекте, вынуждены соблюдать ограничения санитарного врача. В случае, если у человека отсутствует приложение для сканирования QR-кода, объекты, которые участвуют в проекте Ашык, присваивают к себе режим охранника. То есть данная программа позволяет вручную вводить ин посетителя, либо непосредственно отсканировать его штрих-код удостоверения личности и увидеть статус посетителя. В целом по области более 300 объектов сейчас работают по программе Ашык. К слову, прививочный паспорт тоже не нужен при входе. Сабин Рахимбай, Дамир Берикула, Анатолий Полянный, Хабар 24 из Акмолинской области.